Можно попросить? Наши гости, участники и все присутствующие. Сегодня мы наш концерт назвали, наверное, так правильно будет, «Друзья навеки», да? Все-таки сегодня мы здесь собрались из разных государств, из разных городов для того, чтобы обменяться нашими ценностями, нашей культурой. Но, конечно, нас здесь объединила Польша. Польша, культуру которой мы здесь, наверное, показываем и все-таки в душах наших как-то храним. Ну и первое наше выступление сейчас сразу начинаю с Польши, да, это представление Польши, и представит нам ее Адриан Вертюк. Правильно я назвал фамилию? Правильно. День добрый. Хотел поговорить о Польше. Polska leży w całym sercu Europy, jest krajem położonym nad Morzem Bałtyckim. Ukształtowanie Polski jest bardzo zróżnicowane. Prezydentem Polski jest Lech Kaczyński. Kurczę, nie potrafię. W Polsce żyje 38 milionów Polaków. Polacy to bardzo miły naród. Jesteśmy bardzo gościnni, jesteśmy tolerancyjni. Zawsze pamiętamy o swoich bliskich, o swojej rodzinie. Szanujemy sąsiadów. Ogólnie...
Polska słynie z bardzo znanych poetów, między innymi Adama Mickiewicza, pisarzy Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla za pana Tadeusza i Quo Vadis, a Wisławę Szymborską, poetkę, też dostała Nagrodę Nobla. I tańcem narodowym Polski jest polonez, który właśnie przed chwilą tutaj był zaprezentowany. To wszystko. I jest jeszcze taka jedna ciekawostka, że Ojcem Świętym, który już niestety nie żyje, odszedł od nas, Jan Paweł II, był to jedyny papież Polak. To chyba wszystko. Dziękuję. Спасибо. Спасибо, Адриан. Замечательная речь. Слово предоставляется президенту региональной общественной организации Ставропольского края «Объединенные польские сердца» Ирине Григорьевой. Поприветствуем. Pozdrawiać wszystkich tu, kto jesteś i chciałabym bardzo naszych gości z Polski, z Litwy i z Ukrainy. Przyjechała młodzież, którzy bardzo miło tu byli, żeby poznać się z naszą młodzieżą, żeby nauczyć naszych dzieci tu na Kaukazie śpiewać po polsku, tańczyć. I myślę, że to, co dzisiaj zobaczymy, to będzie taka wspaniała taka impreza. Я очень приветствую наших гостей из Польши, Литвы и Украины. Давайте им поаплодируем. Они неделю были у нас на Кавказе, и немножко погода их встречала так холодно, но я думаю, что замечательные были полеты на воздушных шарах, праздник, который позволил нам Игорь Камоцкий и Станислав Камоцкий. И сейчас такая для вас сюрприз, то есть не все получили... Сюрприз. Да. Поэтому слово предоставляется Игорю Комоцкому. Это для меня тоже сюрприз. Хорошо. А переводить по-польски будешь? А чтобы не создалось впечатление, что мы в Польше находимся, хоть кто-то по-русски должен сказать. Да, уважаемые друзья, товарищи. Объясни. Что объяснить? Ну, чему так, пожалуйста, я для начала надо сказать большое спасибо, что вы к нам приехали. Как бы статус международного фестиваля все-таки... Да, ну переводи, я буду говорить. Пусть учат русский вообще. Нас 150 миллионов. Не надо учить французский, там гораздо меньше. Это я там кадрину говорю. Ребята, с которыми я общался, многие говорят по-русски, это приятно. Значит, поэтому я на самом деле благодарен за то, что вы сюда приехали, отважились ехать на Кавказ. Большое спасибо Лизе. Бруно не вижу. Нет, отдыхает. Бруно спит, да. Я тоже два дня спал, но как бы вот проснулся. Значит, большое спасибо, что вы к нам приехали. То, что вы привезли сюда детей. Большое вам спасибо, дети, что вы были терпеливы. Я прошу прощения за некоторые неудобства, но будем говорить так. Вы ехали на фестиваль, если были бы удобства, фестивалев не было. То есть он был где-то в другом месте. Вот. Ну а так как вы все, практически все, я так надеюсь, да, поднялись на воздушных шарах, то существовала такая добрая традиция, значит, где-то в 1731 году, по-моему, братья Монгольфьер подняли первый раз шар, и когда они катали за собой кардинала, если как там кардинала зовут, я сейчас уточню, подождите, тут все записано. Вот, да. Значит, Жан-Мари, кардинал Франции. Ну, представляете, да, работу горелки, шар, все такое, все горит. Значит, вот кардинал летит, ему так все нравится. Значит, он в восторге начал раздавать землю на теми, над которыми он пролетал. И присваивал сразу дворянские звания тем пилотам, воздухоплавателям, которые его несли.
Значит, всех времен повелось, что каждому поднявшемуся в небо на воздушном шаре присваивается какое-либо дворянское звание. И даруются земли, над которыми они летают. Многие из вас наверняка прошли обряд крещения, но сертификаты не все получили. Поэтому сейчас мы вам вручим сертификаты, выписанные нашей Федерацией воздухоплавания Ставропольского края. Значит, и зачитаем, что написано. Значит, власти, данные мне Жаном Мари, кардиналом Франции, удостоверяют, что дальше. Верчилох Адриан, воздухоплаватель и отныне граф Кисловодский. И земли Кисловодска принадлежат ему и потомков его. Значит, я добавлю, принадлежат только в тот момент, когда он находится в воздухе. Адриан, подпрыгнул. Власти. Впервые дали микрофон поговорить, и тут говорят два слова. Я все равно вырежу. Но люди-то останутся. Чтобы детям выяснить. Так, хорошо. Но была такая легенда, что когда французский кардинал Жан-Мари поднес все до неба тим балоном летающим, и когда летел, был так захвачены, что начал раздавать земли, те, над которыми прилетывал. Ну и когда раздавал те земли, раздавал те земли тим, кто же с ним разом находились над землей. Koszyku w tym w balonie latającym. No i w tym dyplomie jest napisane, że władzą daną mnie Jeanem Marie, kardynałem Francji, udowadniam, iż Neumann Morek wieczopływaciel i od tej chwili jest hrabią Goryczewodzkim i ziemi Goryczewodzka, która teraz nadaje się jemu i jego potomkom. Kiedy będzie leciał? Kiedy będzie leciał nad tymi nad tą ziemią. No ja pani mówię tak, Marek, to Bruna, da? Marek, gdzieś? Nie, to Marek. Это Бруно, да? Да. Конспиратор. С вами запутаются. По два имени, понимаю. По три фамилии. Так. Власти. Данное мне Жанна Мари кардиналом Франции удостоверяет, что Трусковецкий, Виталий. Это не земля, это фамилия. Воздухоплаватель от имени граф Кавминводский. И земли Кавминводский. То есть, ну, практически все. Шесть земли КМВ, то есть... Это ему остались остатки просто. Лежат ему и потомкам его. Спасибо большое. Поздравляю. Проявлено полета. У нас две сестры. Значит, власти данной мне Жаном Мари кардиналом Франции удостоверяют, что Садовская Сильвия, воздухоплаватель и отныне графиня Санамерская, и принадлежат ей земли поселка Санамер и ее потомкам. Власти данной мне Жан-Мари, кардиналом Франции, достоверяют, что Славицкая Лилия, воздухоплавок и отныне графиня Ессентукская и земли города Ессентуков принадлежат ей и потомкам ее. Ну, тут какая-то придет. Так, власти данной мне Жан-Мари, кардиналом Франции, достоверяют, что Барачок Юлиан, воздухоплаватель и отныне графиня Пятигорская. И принадлежат ей земли города Пятигорская. Поздравляю. Так, это что у нас? Это у нас Марка была. Так. Власти данной мне Жаном Мари, кардиналом Франции, удостоверяют, что Сирюка это Ивона, воздухоплаватель и отныне графиня Железноводская.
и принадлежат ей земли, я не знал, что принадлежат ей и потомкам ее. Так, если ты сейчас подпрыгнешь, все сразу падут ниц. А из Железноводска это графиня, да? Графиня догадался. Властью данной мне Жанна Мария кардинала Франции удостоверяю, что Садовская Агнешка, воздухоплаватель и отныне графиня. Да, графиня. Ну, истинная графиня. Она перед тем, как первый раз пройдет, у нее почему-то живот заболел, там, я помню. Теперь она воздухоплаватель и отныне графиня Лермонтовская. И принадлежат ей земли города Лермонтова. Есть и потом. Поздравляю. Это ее желание должно быть. Чувствует себя графиней в воздухе. Власти данной мне Жанна Мария кардиналом Франции удостоверяю, что Вайтхевич, Войтыхович, извиняюсь, Гражина, воздухоплаватель и отныне графиня Подкумская, и принадлежащие земли поселка Подкума, ей и потомкам ее. Подкума? Это река, единственная река, которая у нас есть здесь. Это ты? Что значит? Ну вот так вот, да, ладно. Лиза, видишь, как мы за тебя деремся? Уважаемые друзья, ну прежде чем выдать крайний сертификат, у пилотов не бывает последнего полета. Мы надеемся, что не будет у нас последнего фестиваля. У нас крайний фестиваль. И не было бы, наверное, той программы, которую нам удалось осуществить, потому что наша инициатива, которую я высказал много лет назад, и много лет мы своими действиями не то чтобы доказывали, а просто показывали, что на самом деле могут быть немного другие взгляды на дружбу между Россией и Польшей. И несмотря на то, что на сегодняшний день наша малая родина и наша большая родина не находят по каким-то пунктам единого мнения, я думаю, что вот та самая народная дипломатия, которая позволяет нашим детям, невзирая на догмы политиков с одной и с другой стороны, находить общий язык, общаться, и при этом я думаю, что, может быть, и здесь в зале не исключено, находится, если не президент, то будущая президентша, так как девчат было больше в этом зале, значит, Республики Польша, да и в России не все может быть так, москвичи да москвичи возьмет и выберут железновачанина или Пятигорска президентом. И кто знает, в результате... Ведь как хорошо, что есть конкуренция, а говорят, что нету в России конкуренции. Спасибо, вы мне помогли. Уважаемая Элиза, мы вас приглашаем на сцену для того, чтобы также вручить сертификат о том, что вы совершили полет над землями Кавказских минеральных вод. Прежде всего, на добрую память, я думаю, что ваш фотоаппарат, ваше сердце через призму фотоаппарата запечатлело так много, что вы донесете до ваших друзей, до ваших соратников по работе о том, что есть группа людей, которые считают себя народом польским, но при этом считают, что мы россияне, но корни наши с Польши. Поздравляю вас. Итак, графиня Кавминводская и земли Кавминвод. Допускается мужчина и женщина. Myślałam, że będę grafinią całego Stawropolskiego kraju. Ale ja mam to być grafinią całego Stawropolskiego kraju. Ale kaukaskie wody mineralne mogą być na początek. No kaukaskie mineralne wody też mogą być. No co to my должны byli za sobą stawić? Czy ja mogę powiedzieć jeszcze? Proszę bardzo.
bardzo jest mi wstyd, że nie mówię do was po rosyjsku. Ja jej очень стыдно, что она не говорит, не может говорить по-российски. Musicie mi wybaczyć, ale naprawdę nie mam talentu do nauki języka. Лиза просит прощения, потому что у нее нет способностей к языкам. Ale przez ten tydzień, kiedy tutaj jestem, myślę, że mam już dobre podstawy do tego, żeby rzeczywiście w przyszłości już mówić po rosyjsku. Za niedzielę tego czasu ona już ma jakiś opyt i skoro zagawali. Jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy? Ja chcę rozkazać o tym, jak получилось tak, że oni okazali się na Kaukazie. Ja jestem członkiem zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Eliza jest członem prawlenia organizacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I tak jak mówi nazwa tej organizacji, staramy się pomagać Polakom i polskim organizacjom, które znajdują się poza wschodnią granicą Polski. I co odpowiada nazwaniu, robota też idzie pomoc Polakom żyjącym na Wschodzie. I do tej pory było tak, że wszyscy Polacy i organizacje, które do nas się zgłaszały, oczekiwały tej pomocy, często wyciągając rękę z prośbą właśnie o jakieś dary rzeczowe czy materialne. No, to organizacja ta, która wszyscy przeciągają ręce i prosią o pomoc materialną. Pewnego razu przybiegła do mnie zdziwiona pracownica naszej fundacji. No, w jeden dzień przybiegała i испуганный работник помощи полякам на Востоке. И говорит: «Пани Лиза, что есть дивного? Не хотят от нас жадной помощи, только хотят нас запросить до себя». Говорит, что-то удивительное сегодня я услышала по телефону. У нас не просят помощи, а нас приглашают и хотят к сотрудничеству. No, у нас до той поры это еще не произошло, więc удивление было огромное. Были удивлены, потому что таких звонков и такого разговора никто еще им не предлагал. No и wiadomo было, что trzeba to, co takie dziwne, zobaczyć. No и получилось так, что раз это что-то такое удивительное, то его нужно посмотреть. И такой был początek, а teraz chcę bardzo podziękować za cały ten tydzień, który tutaj mogliśmy spędzić. Такое было начало, и теперь очень хочет Лиза благодарить за этот прекрасный, за эту прекрасную неделю, проведенную здесь на Кавказе. С уверенностью говорю это в имени своим własным, але тоже всех детей, которые тут с нами приехали. Полностью говорит от своего имени и также все это поддерживают дети, которые здесь были. Program, który tutaj nam przygotowano, myślę, że dla nas wszystkich był przygodą życia. Ta programa, która była przygotowana, to była dla was jak co? Przygoda życia. Coś taki... Jaka przygoda życia? Путешествие всей жизни. Это программа, która była przygotowana. Ale dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że mogłam tutaj spotkać się, poznać Irenę, którą już udało mi się wcześniej spotkać w Warszawie, Stanisława, z którym spędziłam długie godziny na dyskusjach. No, ona rada, że встретила меня, my już встречались раньше, i очень рада встрече со Станиславом Камоцким, z którym była niedziela spora. Ale to, że potrafimy rozmawiać i dyskutować... Более точно перевести дискуссия, а не спор. Так. Хотя не всегда мы согласимся, то если люди дискутируют, то значит, что мыслят. Очень хорошо, что мы не соглашались друг с другом, потому что когда люди дискутируют, то значит, они думают, мыслят о чем-то. Для меня побыть тут одним из наиважнейших таких doświadczeń życiowych. I za wszystko wszystkim ludziom, których tutaj spotkałam, dziękuję. Jestem im bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że to jest pierwszy i nie ostatni raz. Очень благодарна тем людям, которые были рядом, потому что по своей работе она всегда делает какую-то помощь, но они не видят этих людей. Здесь она встретила поляков и очень благодарна тому, что эта возможность предоставилась. Nie będę już dłużej zabierać Państwu czasu. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Спасибо и всего хорошего.
что ж, друзья, давайте договоримся с вами. Дело в том, что у нас сегодня такой импровизированный очень концерт. И для людей, которые будут сегодня выходить, мы будем очень громко аплодировать. Давайте? Давайте. Вот, давайте договоримся, чтобы все аплодировали, чтобы мои глаза радовались. Давайте вот так сделаем. Отлично. Итак, у нас сейчас будет номер один, который выступать будет. Это Горецкий Виталий с песней «Песня поляка». Так и называется. Правильно? Поприветствуем все вместе, очень дружно и громко. Виталий. Я должен представить, это не просто наш гость, это... мы решили опередить вас хоть чуть-чуть. Это наши друзья с Кабардино-Балкарии, с города Нальчика, президент польского общества, который, несмотря на то, что недавно возглавляет организацию, которая не недавно создана, но тем не менее всегда оказывает нам поддержку, принимает наши приглашения, мы этому рады. Хорошо. Грамоту. Летать. Я не летал еще, да? А я приглашал. Да. Я приветствую вас, живущих здесь, на земле Железноводска, Кавминвод. Вот, приветствую нашу гостью из Польши. Тоже приятная встреча, неожиданная. Вот, мы, правда, по делу приехали, но попали на концерт. Куда? Вот. И, конечно, все это экспромтом. Мы передаем вам привет от поляков Нальчика. Вот, там тоже живут те, которые в разные годы были высланы, может быть, просто переехали из разных мест. Там у нас и казахстанцы поляки, и уральцы поляки, и из других мест. Они всегда тоже думают о тех, кто рядом. И очень приятно, что в последнее время движение национальных диаспор получило поддержку, и люди могут общаться. Вот такая встреча и сегодня у нас. Я уже был здесь, в Железноводске, со Станиславой и Ириной познакомились, очень приятно, и они нас поддерживают по всем вопросам, и тогда они тоже дали нам толчок, вот, для того, чтобы работать. Мы год уже поработали, посмотрели, как это интересно со стороны культуры польской. Но у нас живет много поляков, которые мечтают о том, чтобы мы ходим краем глаза увидеть ту родину, где корни, где их праотцы. И вот я от имени этих поляков написал небольшую песню, она так и называется, «Песня поляка». И хочу, чтобы ее послушали. Извините, я первый раз выступаю. У нас нет это, как у фабрики звезд, фанеры. Мы все с собой возим, да. Случайно рояль в кустах нашли. И мы этому рады. Знаю край далекий, где-то есть, но там нет и не было меня. Родина с рождения здесь, там отчизны искры огня, а на сердце моя пала грусть. Поля больше я унять не мог, знаю, к ней далеко и не вернусь. Не далекой
гербы там широкие шумят. Здесь берез небесно-красный стяг. Здесь сердца по-польски все грустят. Хоть России не выпал из шляпы. Było piękne lato, choć czasem padało, a mi się tutaj strasznie fajnie latało. Tak zaczęła się roku szkolna przygoda. Na Kaukazie jest bardzo piękna pogoda. W mineralnych wodach, w blasku księżyca latamy balonami, a zająłem sobie kica, gdy pierwszy raz ujrzałem tydzień nogę wstrzymywały balony. Kaukaz jest ocalony, uje, uje, balony. Kaukaz jest ocalony, uje, uje. Спасибо большое. Андрей, я думаю, далеко уходить не нужно. Сейчас представление государства Украина. И расскажешь же что-нибудь? А он с Польши. Ой, простите, а почему у меня написан Андриан? Сейчас представление Украины. Сейчас девочка вам все расскажет об этом замечательном государстве, у которого платье, функции, то я знаю. Nazywam się Lilia Sawicka. Przyjechałam z Julią, z Czerwonym i z Witalikiem w białej koszuli. No to u nas jest przedstawiciele Ukrainy. Wstańcie, pożalasta. Jeszcze był ojciec Bruno, ale teraz... Zaraz będzie. Ojciec Bruno już na podjeździe. Ja mieszkam w Stroju, to małe, ale przytulne miasteczko. Jest około 50 km od Lwowa. Она с очень маленького, но прекрасного города. Называется как? Львов. Стрий. 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 Недалеко от Львова. Мои родители сами походили польского. И часто езжу до Польски. Родители польское происхождение и часто ездят в Польшу. Мы слышим, что Польска есть пенькин край. И нам надеяться, что будем там студировать архитектуру, а потом уже замешка. Польша – это прекрасный край. И девочка очень надеется, что она будет учиться в Польше. Ну и очень имеет надежду там остаться жить. Teraz mieszkam w Ukrainie i dzisiejsza Ukraina jest na trzecim miejscu po wielkości. Oczywiście pierwsza Rosja, a druga Francja. Ukraina nie trzecie miejsce po wielkości? Po Rosji i Francji. Stolicą Ukrainy jest Kijów. Stolicą jest Kijów. Prezydent Wiktor Juszczenko. Wszyscy to znają. Kolory narodowe to żółty i niebieski. Народные флаги, желтый и синий. Годом панства есть трезуб. Годом есть трезуб. На Украине мешка около 400 тысяч людей. 400 тысяч поляков. Так, поляков. Найближшим, найдешим сердцу поляков место на Украине есть Львов. Ближе к сердцу поляков это город Львов. W obronie tego miasta w roku 1920 stanęły dzieci, które w czasie, gdy ich ojcowie walczyli daleko od domu, dzielnie bronią polskość Lwowa. W II wojnie, kiedy rodzice uchodzili na wojnę, to rodzice nie polskiej kultury, a stawali dzieci. Tych dzieci było nazwano lwowskim Орлентами. Тех детей называли львовскими... Орлентами. Львовскими... Орлятами. И также есть сментаж, где похованы их, которые называются Орлент. И также есть кладбище, где похоронены эти дети. С Львовом есть связано дуже польских поляков, а вśród них Мария Конотницка, песенкарка и поэтка, Артур Grofke, malarz, Gabriela Zapolska, komediopisarka, Stanisław Lem, pisarz i fantastyk. Znamienite Polaki Lwowa. Niedaleko Lwowa w Oleskim Zamku rodził się król polski Jan III Sobieski. Niedaleko Lwowa rodził się. Już. Dziękuję. 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 Сейчас
очень бурные аплодисменты, потому что будет выступать хор «Осень» с песней «Катюша». Не будет, да? Как? Хей, соколы. Хей, совместное такое. Отлично, совместное вот сейчас буквально. Я же говорю, что на сегодняшний концерт это полная импровизация. Поэтому давайте мы поприветствуем. Бурные аплодисменты. Называется КВН. Клуб веселых и находчивых, где ребята очень много шутят, искрят своим юмором. И сейчас мы для вас приготовили небольшое выступление. Надеюсь, вам понравится. Опять же, это полная импровизация, поэтому если вдруг будут какие-то огрехи, ну, я думаю, что они будут, вы сильно не ругайте нас, а просто лучше сильнее похлопайте, громче, чтобы мы еще 2 минуты потом подождем. Да. Знаете, вот и сейчас вы пели песню, я не знаю, о чем она. Это не тот трек. Она меня сюда прислала на польские танцы. Вы знаете, она сказала, пойдем полетаем на шарах. Кстати, значит, у них все началось. А потом сказала, а теперь давай танцевать, потому что деваться тебе уже некуда, давай иди танцуй. И, знаете, я ни капельки не жалею, потому что благодаря именно вот, наверное, польскому обществу я очень много узнал, очень много для себя поведал. Повидал даже, вот так можно сказать. И узнал много хороших людей. Действительно, много хороших людей. Надеюсь, что звук там скоро будет готов, и мне уже не нужно будет разговаривать. Да. Еще. Вот, Санкт-Петербург. Знаете, когда мы поехали в Санкт-Петербург, ездил я и Людмила Лещенко. Поприветствуем. Людмила Лещенко. Почти Лев Лещенко. Так.
Нет, смотрите, знаете, когда мы ездили в Петербург, у нас с Людой случился такой казус. О, отлично. В общем, мы поехали на первую экскурсию, ознакомительную, по центру Петербурга. Дело в том, что мы с ней так зафотографировали, что мы пропустили свой автобус. Он от нас уехал, и мы с ней бежали за автобусом. Да, документы, деньги, телефон, все осталось там. Но мы с ней до этого очень хорошо изучали карту, и мы нашли, куда идти, конечно же. Но мы с ней после этого, в общем, друг друга поддерживали. Сначала я говорил, как все ужасно, она говорит, да перестань, все хорошо, зачем ты говоришь? Потом она говорила, да что мы теперь будем делать? Я говорю, да перестань, все хорошо. Все. И мы с ней увидели очень много хорошего, когда мы с ней увидели Исаакиевский собор. Мы с ней минут 10 ходили, вот знаете, вот такие эмоции у нас были, мы так вот друг другу вот так пальцами тыкали, что вот посмотри, какая красота. Действительно, настолько воодушевил нас, что там музыка никак не настроится. КВН будет, ребят, давайте мы любой трек будем ставить, а там хлопками нам помогут, ну правда. Там просто хорошие песни, хорошие песни позаписывал. В конечном итоге мы, да, ну на самом деле мы все время там опаздывали везде. У нас, ну не получалось, у нас нормально, да. Что-то музыка никак не... Ну вот хороший трек, хорошая забивка. Все, ребят, давайте выходим на сцену, приветствуем громкими аплодисментами. Команда КВН под названием КВН, давайте. Давайте мы будем работать внизу, то есть... Я хирургом. Представьте. Дорогая скальпель. Зажим. Огурец. Помидорчик. Масло. Зашивай. Ну что? Выводим из наркоза. Ну вот, сынок, а ты говорил, не буду салат, не буду. Следующий случай произошел на нашем пляже. Вот представьте, сейчас нужно немножко воображения. Представьте, что у меня в руках детская песочная лопата. Ну такая детская, обычно маленькая детская лопатка. Сынок! А, сынок! А ну-ка быстро сестренку забирай и домой! Ну что, пап? А теперь роддом! Роддом! Люба! 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 Кто? Ну кто? Ну говори, не молчишь! Люба! 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 Красавица и чудовище. Все знаете сказку «Красавица и чудовище». Леня, может, трусочки так ломать? Чудовище, выходи, я тебя не боюсь. Все знают прекрасно произведение Дюма «Мушкетеры». Представьте. Мушкетеры, сколько у нас шпаг? Четыре! Мушкетеры, сколько у нас мушкетов? Четыре! Мушкетеры, сколько нас? Четыре! А не дофига ли на одного коня? Ситуация. Секс по телефону. Девушка устраивается работать. Здравствуйте, я хотела бы работать у вас в сексе по телефону. Покажите, что вы умеете. Ну, я пышногрудая блондинка. О, господи! Смотрите, как надо! Я пышногрудая блондинка. Крашу вас до сука! Случай в лесу. Охотники. Что-то...
Алло, скорая? Да-да. А мой друг умер. Скорая, помогите мне. Он умер. Убедитесь, что умер. Убедился, что дальше? Сейчас японский покер. Миллион. Ну что, скрываемся? А сейчас случай в магазине. Тонкая, толстая. Толстая, тонкая. Тонкая, толстая. Толстая, тонкая. Ну быстрее, я тороплюсь. Пип, 500 рублей. А теперь представьте, китайский роддом. 4600. 4200. 4800. Нет, давай поменьше чуть. 400. 400. Тон, отправляй. Давай. Сейчас такой цирковой номер. Канатоходец. А теперь представьте, молодые ребята стоят год, курят хулиганы. Эй, пацан, иди сюда. Чё хочешь? Дай закури. Ну, вот последние сигареты. Вот телефон на сразу возьми. Вот браслет на. Цепочку подождите. Я волнуюсь. Деньги. Забыл про деньги. Вот. У меня нету ничего. Эй, пацан! А! Случай в багажнике мафиози. Сержант Козлов, предъявите документы. А, ну спасите, пожалуйста, спасли меня, вы молодец, просто супер. Дурак, подвинься, я к тебе. А теперь представьте, человек первый раз попал во Францию на Эйфелеву башню. Красота-то какая! Лягушатники! А теперь под Эйфелевой башней. Франция! Красота! Эйфелева! Все, наверное, прекрасно знают такую замечательную рекламу, как Акс-эффект. Все знают? Да. Дезодорант сводит с ума женщин. Всех мужчин. А теперь представьте, девушка красивая, парень. Девушка, давайте с вами познакомимся. Отстань, дурак. А теперь посмотрим, на что способен новый актовик. Продолжение цирковой темы. Канатоходец 2. Возвращение. Спасибо. Пожалуйста. А теперь к
завершению мы покажем такую миниатюру, которая называется «Лучи в клубе». Пацаны, гуляем сегодня! Я всех угощаю! А что случилось, Алёк? Ой, да я стал миллионером! Откуда деньги? Я беременен! А кто знает? Меня нереально тошнит! Почему ты молчишь? Ой, спасибо за внимание! Румба. Встречаем Юлия и Виталий. Румба. Помоги встать! Он даже сам не поверил, что он это сделал, да? Ну что ж, спасибо всем большое. Мы ждем вас по воскресеньям 17:00 до 18:00. Всем спасибо за внимание! Вот, пошла запись, выключил.